Миссии, кстати, здесь есть особенная. Я сейчас босса наг завалил. Довольно любопытная миссия. Что да. Здесь есть вот обычные миссии, например, наг завалил. Но есть тут босс появляется. Забавно. Но вообще-то рез босса я вот не знаю. Я бы сделал его немножечко почаще. Ладно, погнали. Мы это потом закончим. Ща пока недолго итогу. Сколько там мне хп осталось? Сейчас 40, да? Ну еще плюс я собираю всякую руду. Не запись, так что нормально. Не показывается по стандарту карта. Теперь, когда мы столкнулись с приспешниками ожившего духа, он должно быть уже знает, что мы здесь. Простите, учитель. Юн, нет, это моя вина. Бывает, нужно разделиться на две группы, чтобы обмануть наших врагов. Обойди гору по дальней дороге, отведи Чпонху в небесный замок. Я отвлеку внимание врагов, чтобы Чпонхе ничего не угрожало. Народ, если неправильно прочитал ее имя уже несколько раз, вы уж извините, я... Чхопе, язык ломается такой читать. Тут ничего не поделаешь. Ну, сорян, бывает. Так, впереди будет еще несколько... чего? А, вот он уже замок. Ух ты, нихрена себе. Я тут бегал, такого места не нашел. Мы почти добрались. Я могу автоматически тут управлять, чем хочу, и заклинаниями, в частности. Это прикольно. Рад, что с тобой все в порядке. Сомневаюсь, что вам с чем легко удалось путешествовать по этой коварной тропе. Мы пошли через настоящий ад и чуть не погибли. Хватит ныть, могу поспорить, что ты все время прятался за спиной старшего брата. Надеюсь, ты не очень мешал ему по драке. Все именно так и было. Ой, да ладно тебе, старший брат. Полегче, в смысле. Я, конечно, допустил парочку ошибок, но с кем не бывает. Как я рад, что мы снова собрались вместе. Нет, ничего хуже расставания с семьей. Пока мы сбережем друг друга, на... пока мы бережем друг друга, нам все по плечу. Ого. Это прихвостни черного призрака, учитель. Позаботьтесь о принцессе. Пошли его. Лицо ломать. Разбежи, гад, я его не убью. Ну, 13-й левел, кстати. Thank you.
Старается точно по порядку, что ли, заклинания делать? А, нет. Не совсем понимаю, как он вообще их делает, но... Ну, боссы здесь, конечно, все Black Desert, и что здесь, в принципе, одинаково. Стоим пинаем. В Black Desert там... Дорога, лучше отходить в сторонку нахрен. Сейчас его хватит за собой тащит, да? Ой, камушек достался, это хорошо. Так, тебе удалось много добиться, продолжай тренировки. Сомневаюсь, что же ожившие духи последуют за нами в небесный замок. Пойдем, учитель. Погоди, одну секундочку, мне нужно кое-что тебе сказать. Том Фантом обронил коробку, тогда посмотрим, что в ней. Слушай, разве мои советы когда-нибудь тебе вредили? Ну уже, займет много времени. Слышь, галлюцинация летающая. Такие коробки, кстати. 분명 안에 도움될 만한 아이템이 있을 거야. 어서 상자를 선택해 봐. попытно. Так, поби. Кстати, тут можно травку пособирать. Спокойно при том. Ну ладно, пошли, хотя сомневаюсь, что там в замке что-то есть интересное. Травка меня больше тут интересует. Ого. Можете просматривать характеристики всех духов. Дайте мне какое-нибудь хранилище, да? Так, все рванули моментально сюда. Круто. А, пьяный мастер, здравствуй. Сектор сон. О, кто это? Самари, сколько лет, сколько зим. Как же я рад тебя видеть, друг мой. Извини, что да, не навещал. Вдруг явился при столь неблагополучном обстоятельстве. Ничего страшного, друг мой. Это принцесса Чем? Почему она такая бледная? Впрочем, вы все выглядите не лучше. Ну ничего. Себе. Следуйте за мной, я покажу вам комнаты. О, у меня может комната хоть будет? Где-то шмотки-то надо хранить, а то это абзац какой-то лютый уже. Ну как сказать абзац? Давай посмотрим хоть что здесь. О, в магазине, привет. Конечно, кроме зелий-то вряд ли что-то будет, остальное-то мы сами должны собирать. Задания есть неплохие, смотрю. Ну, я не знаю, эти ящики, в принципе, можно даже и не трогать. Магнат. О! Кузня! Вот это облом. Мясная лавка. Так, торговец зельями. Отличный склад. Я понял, один уровень остался. Все. Осталось только посмотреть, что у него складничий может нам предложить. То есть склад здесь есть, это уже плюс. В принципе, что хотел, того добился. Сумочка у меня пока нормальная по инвентарю. Потому что некоторое оружие я бы хотел сложить. Так, сестра. Все уже внутри пошли. Ага, тоже локационная загрузочка такая. Я думаю, мне комнату дадут, там будет ящик, куда я буду все складывать. Это вообще-то было бы намного лучше.
괜히 피해를 끼치는 것 같습니다. Боюсь, что мы просим от вас слишком многого. Отнюдь. Мне даже понравилось. Было приятно видеть, как этот насыщенный осел Сандок получил по заслугам. Не зря потратил столько сил, чтобы добыть для вас информацию. Благодаря вам нам удалось целости и сохранности сбежать из темницы. Костелян Сандок все еще ищет Чпоху. Он истязает людей, потому что его гордость не позволяет ему признать поражение. Но не переживайте, я не выдам ваш секрет. Много вопросов, но я промолчу. Чпоху слабеет, мне это совсем не нравится. Худшее позади, но и рана заживает не так быстро, как я надеялся. Между тем, тысячелетний плод сотворил настоящее чудо. Он залечил и душевные раны. Нам потребуется немного кровоостанавливающего, чтобы лечить ее физические раны. Ты же Блэк Метал, принеси немного кровоостанавливающего. Да, игра про беготню. Салон красоты даже есть. Серьезно, ладно. Открыта новая система. Билет на обмен костюмов. Так, ладно. Персонаж. Ну вот костюм там мне зачем? Лазурный дракончик. О, Куипан мульпуме нынёги из токатын отто. А это бесплатно даем, да? Выбор цвета. А мне можно цвет выбрать? Ну, чёрненький такой. Угу, и вторичный цвет белый. Подальше можешь отойти? Спасибо. Получился какой-то синий. Ну, этот оттенок такой странный, да? Хотя нормально, мне нравится. Так, окей. Ага, смотри, тут вот даже которые покупаем донатные предметы, они не дают нам никакого толком бонуса. Только они красивее. Закрыто. О, моя глина, когда уже откроется? А, моя спина, путы, моя глина. Когда же откроется? О, моя глина, сейчас обосрусь. Аппека уже закрылась, молодой человек. Сэр, я ищу кровоостанавливающего, не могли бы подсказать? Искать других целителей. Лекаря найти несложно. Что не скажешь о кровоостанавливающем. Недавно кто-то пробрался в небесный замок, и многие солдаты получили серьезные ранения. Говорят, что лекарства все еще можно найти в подворотнях. Почему бы тебе не заглянуть туда, раз уж так спешишь? Не, ну тут, слушай, прикольно все сделано. Спору нету, вообще тема. Игра хорошо грузится. На мобильные всегда проблема у меня была, потому что там подглючивает. Не... Ну хотя да, зачастую подглючило, конечно, из-за этих. Бум-бум-бум. Оги, самканили вабураго. Как называют их? Эмулятор. Эй, что ты ищешь? Выглядишь подозрительно. Говорят, что здесь можно найти кровоостанавливающего, знаешь кого-нибудь? О, тебе повезло, следуй за мной. Ну, давай подеремся. Кто сомневается, что здесь ловушка будет? Ни разу не сомневался. Рип, корень, трафл. На
Значит, услуга дам тебе кровоостанавливающий за 100 золотых монет. Почти за бесценок. У меня сейчас почти нет денег. Может, я могу что-то для тебя сделать? О, блин. Видишь ли, какие головорезы? Дурные слухи про тебя распускают, да? 100 золотых монет, нахрена себе. Медиаков могу хоть 100 тысяч отсыпать, а вот золотых монет вряд ли получится. Что, я даже не знаю пока, как это зарабатывать здесь. Крутых, ладно. Я отложил немного лекарства, но дам тебе его бесплатно. Отнеси это письмо человеку по имени Унгоу. Я получу кровоостанавливающее? Что, совсем мне не веришь? Иди. Не верю. Гоу, мне нужно кровоостанавливающее. Вот подробности в этом письме. Это все? Как странно. Где 100 золотых монет? Почему у тебя нет ничего? Ты хочешь меня кинуть? Плати или пожалеешь? Какие 100 золотых? О чем ты говоришь? Давай сюда кровоостанавливающий. О, черт, написано, что капитан Чо прислал тебя выплатить его игорный долг. Если у тебя нет денег, то гони свою одежду. Ее тоже можно неплохо загнать. Кому-то он как игрок. О, прости, сестренка, не знал, кто ты. Прошу, извини меня. Скажи честно, это письмо написал офицер? Да, я уверен, что его написал капитан Чугю. Капитан Чугю, похоже, он использует свое положение, чтобы... Приторговать армейским добром. Нужно найти его, выбить из него кровоостанавливающее. Она там стоит, красуется. Цогунганем. Там чё, вот кто-то устроил беспорядки в подворотне. Смелый ублюдок. Из него бы получился отличный мятежник. Отрубить ему голову, пусть его смерть послужит примером для остальных. Чугю, он обманул меня. Сейчас ещё врагов сделаем все в этом небесном замке. Ну какая прелесть. Давай, кровоостанавливающий, если хочешь остаться в живых. Ты не боишься рискнуть жизнью ради такой мелочи? О, держи, сегодня не отпущу тебя. Еще пожалеешь о том, что мы встретились. О, столько драгоценного оружия, они просто бросили его. Я вот не вижу никакого оружия. Юн, что здесь делаешь? О, бесхозное оружие. Ну, что упало, то пропало. Сегодня мы счастливый день. А я зачем их собираю? Я раскрою секрет. Они нужны для улучшения снаряжения. Это и без тебя понимаю. Отлично, наконец-таки. Я могу хотя бы что-то, блин, усилить. Чанби Гангуаэнэн Гангуасокква Хыкчори Пэдэ.
Ой, горе мне, я-то думал, а тут так усиливается. Так, давай тогда посмотрим немного, что нам бы усилить не помешало. Я не знаю, стоит ли вообще улучшать-то, блин. Так, по навыкам у нас там чё? Вот навык мне нужно усилить, это дождь из мечей по-любому. Ну, лунная волна. Так, персонаж. Одинаково. Вот мне интересно, чем эти мечи отличаются, кроме как по форме? Ответ правильно, ничем. Не знаю, насколько это логично или передлогично, но все равно. И где-то у нас процентовочка. А вот шанс на успех 20%. Опасный период. Так, ну в принципе мы можем здесь поусиливать, там поусиливать. Хотя ладно, пока оставлю так как есть. Этого пока хватит. Теперь кое-что поинтереснее. Кузница. Вообще-то я... Че, не могу одежду усилить? Могу. Опасный. Пятый, значит. Все, у меня шмоток-то, народ, маловато. Здесь выпендриваться, но улучшите наручи, все остальное сможем, это главное. Да, впритык, да и по финту. Так, 14 повторить. Он экипирован. Ты у нас что даешь? Бонус к урону. Я бы сказал, куда вам пойти. Боюсь, не пойдете. Мне сейчас тут до ПВП, как до Шанхая, блин, пешком. Получили. Так, уровень мы не схлопотали, нет еще. Жалко. Сейчас, может, схлопочем. На улице делать. Учитель. У меня это средство. Что испадает с офицером, который приторговывал на стороне. А ой, это плохо, но теперь же ничего не поделаешь. Скоро тут будет не протолкнуться от солдат. Нужно уходить. Охрана на вас, Саньбек. Я поищу возможность доставить Пунху в безопасное место.
Я думал, какой-то знатный вельможа в городе, на него можно положиться. Оказывается, он просто тут барыга здесь. Мурика, 주변을 샅샅이 살펴야 한다. 저 때문에 일이 이렇게 Простите, что из-за меня возникли такие проблемы. Тебе нужно было достать лекарство, у тебя не было выбора. Но еще я не знаю, что чпонка здесь. Нужно привлечь внимание, чтобы чики смогли убежать. Так, вот это кто? Что такое? Кто такой? Не пойму никак. Уже второй раз его вижу. Это они. Здоровье. Костелян небесного замка. Бог, принц и принцесса разрушенных королевств. Ага. Идеальная парочка. Если ты собираешься использовать компа, чтобы захватить небесный замок, ты зря тратишь время. Это ты хочешь использовать, чтобы стать небесным королем. Очевидно, должности Костеляна тебе уже недостаточно. Динозавец, убить их. Крепкий хрен, 42 тысячи хп. Я убил вас. Пинка с Тиланом, мне зачем тратить на них свои силы, мне нужно найти принцессу. Да, больше меня не интересует, если хотите жить, немедленно покиньте небесный замок. Дайте угадаю. Сестра, старший брат, принцесса исчезла. Сон Доктор Трус, ты сделал вид, что сражаешься с нами, а сам выкрал Чпонха, пока мы были увлечены. Была с учителем. Как она смогла исчезнуть? Мы наткнулись на солдата, учитель сказал мне спрятаться с принцессой. Но вдруг откуда ни возьмись появились какие-то странные люди, они оглушили меня и забрали принцессу. Странные люди. Не сомневаюсь, что это были солдаты, я потерял сознание. Найди учителя, скажи ему о том, что случилось, а я предупрежу старшего брата. О, отлично. Так, короче, сваливаем отсюда. Идем, смотрим, что вот самое основное, это... Сундуёчек. Рейд. И так понятно, куда он там бежал. Я туда тоже собираюсь, в принципе. Поздравляем с достижением 20 уровня. Там. Даже почитать не дали. Так, сорян, мне пока не сюда. Мне надо в город. Потом забежим. Кстати говоря, вот так, если по большому счету посудить, вот здесь очень тяжело определяться по местам. То есть подземелья они, в принципе... А, это не подземелья. Тут небо есть. Блин, я думал, это подземелье. Кстати, а стиль такой напоминает зданий в Ведьмаке, я смотрел. Любопытно. Лошадку нам дадут.
Вот тяжело забежать, да? Так, небесный замок. Отлично. Здоров, Дидан. Сколько у нас там ячеек и есть? У вас нет трофеев. Пятьдесят также место, да. А это называется трофеи, да? Я сейчас могу, кстати, там кое-что какую хрень прикупить. Никогда не мог понять, на кой черт мне это вообще все делать. Кем мне духа? Так. Что мне можно сюда закинуть сразу так, не глядя? Продавать надо вообще. Так, ну это все ресурсы, они мне понадобятся. Так, пилюльки мне не понадобятся. Эта хрень тоже не понадобится. Хорошая кожа дракона. Не продать. Не продать. Этих уже на 6, кстати. Использовать. Да уж. Так, что это такое? А, это увеличивает ЕХП, это у нас свиток телепортации. Ну, в принципе, вот это увеличение ЕХП я уберу. Ну, место у нас, как говорится, еще тут подхватит. Магазинов хватает. Я, народ, на этом закончу. Продолжим в следующих сериях. В принципе, надо будет мне горцануть прямо вот к замку вот здесь вот. Давай пойдем. Вот там вот хорошее, посмотрим, местечко для сбора травок. В принципе, у меня травки много, их надо. И у нас тут, кстати говоря, по поводу тела.
Ну, в принципе, неплохо. Если даже так по миссиям пройтись. Или по миссиям, слушай, побегать. А ну хотя пока пособирай, пока своей фигней позанимаюсь. И вот. Ничего оно не влияет, блин. Можно тут по поручениям потом побегать, но это уже буду на запись делать. В принципе. Сейчас, наверное, здесь немного всякую хренотень пособираю, вот травку. В принципе, неплохое такое местечко. Ну, пока на этом все. Всем удачи, народ. Всем пока. Текс. Производительность. А, сейчас сделаю графику на минимум.